Здравствуйте, уважаемые огородники! В этом видео поговорим об уходе за огурцами первые 2 недели после того, как вы их высадили в грунт. Эти огурцы я вам показывала очень много раз на своем канале. Вот сейчас они выглядят именно вот так, высаженные уже в теплицу. В теплице они у меня находятся 2-ю неделю, и я сейчас вам расскажу, что необходимо с ними сделать. Первое, что вы должны помнить, огурцы в это время ничем не подкармливаем. Почему? Потому что во время высадки вы их подкормили. Я не знаю, чем вы кормили, но я своим огурцам в каждую лунку подсыпала по килограмму перегноя. А по осени я удобряла грядки суперфосфатом. И обратите внимание на то, что растения хорошо развиваются. Здесь, как видите, немножечко есть такие подсохшие. Это по той причине, что когда я их высаживала, на второй день было большое солнце. И некоторые из листьев вот так вот пожухли. Ну, а сейчас, вот спустя недельку, как видите, прекрасное состояние их. Раз в день обязательно проводите рыхление почвы. Для чего? Для того, чтобы корешкам поступал кислород. Глубоко не заглубляете возле корешков, но рядом, так, чтобы тяпочка, вот смотрите, какие у меня зубья, заходила полностью в почву. Второе, что вы делать должны регулярно, это поливать и опрыскивать. Но не поливайте каждый день. Смотрите за почвой. Если она у вас вот такая вот, как у меня, влажная, и вот так вот я ее, смотрите, сгибаю. Если вот такой комочек, видите, он не рассыпается, значит, огурчики не нужно поливать. Если же он будет рассыпаться, вот сейчас я возьму рядом, посмотрите, вот я тут сжимаю, и он, видите, вот рассыпается. Значит, все. Вот такую почву обязательно поливаем. Если же вы не поливаете, тогда вы опрыскиваете свои растения. И, кстати, хочу показать вам, я поливаю вот так вот. Вечером или утром, вот прямо, вот видите, такое дождевание выполняю. И этого достаточно для растений. Много не нужно, а вот такого количества будет достаточно для того, чтобы растениям хватило влаги. И последнее, на что вы обращаете внимание, в это время огурцы начинают бурно расти. Если вы их собираетесь выращивать на шпалерах, вот так, как у меня, то обязательно подвяжите шпалеры, и уже вот когда, смотрите, стали появляться уже настоящие цветочки с завязью, значит, в это время вы обязательно подвязываете свои огурцы. Но подвязываете не плотно, смотрите, вот такая у меня петелька. Почему я делаю такую петельку? Чтобы ствол не пережимался. Еще обращайте внимание на усы, которые стали появляться. По моим соображениям, мне они не нужны. Почему? Потому что они будут цепляться друг за дружку и мешать друг другу. Поэтому их своевременно удаляйте. Вот таких операций будет пока достаточно для того, чтобы огурец набирал силу и мощь в своем развитии. Следующие моменты ухода за огурцами я буду обязательно показывать в своем видео. Следите за моим каналом. Огромное спасибо за ваши лайки, за ваши теплые слова в мой адрес. Всем крепкого здоровья, здоровых растений. Ну и, как всегда, до следующих встреч. Пока-пока.